Рыбы там много. Снова поле. Когда ловишь у поверхности, размер значения не имеет. Даже вот такую мелочь ловить весело. Закончили дневной лов на озере Либерти. Поймали кучу рыбы на сухую мушку, на вулли-багер и другие. Попадалась прекрасная палия. Они доверчивые. Доверчивые. Не боятся. А как они кидались на приманку? Настоящие акробаты. А сейчас нам надо собираться. Мы возьмем только сумки, оставим снаряжение тут и дойдем до озера под названием Фавр. Отсюда полчаса пешком. Посмотрим, поймаем ли там форели еще. Говорят, ее там масса, а на дне водится даже лосось Кларка. Пока доберемся, как раз наступит вечер. Форель, особенно палия, любит вечером кормиться у... Итак, весь день. Когда не знаешь, на что ловить, нужно мыслить. Есть. Встроенные держатели для удилища. Так? Держится. Я готов рыбачить, дружище, а ты? Похоже, за камнем прячется целый косяк рыбы. Удочки чудо, Деннис. Классные, да? Даром, что короткие. Точно. А вот еще одна радужная. Иди сюда, малышка. Ловить радужных на сухую мушку – одно удовольствие. Вот так. Мы на озере Энджел. Это искусственное озеро, укрытое в долине Crescent Valley близ Уэллса, Невада. О, боже. Тигровая, отличная. Тигровая форель, да. Она и правда как тигр, прямо рвет леску. Может, потому ее так и назвали. Так рвалась к приманке, что крючок вошел в основание губы. Вы посмотрите на эту рыбку. Отличная рыба, Дрю. Да, вот почему отбивалась слабо. Нет части спинного плавника. Рулить нечем. Нечем. Не может плыть куда хочет. Мы забрасываем ближе к берегу, вся рыба сейчас там. Косяки по 6, по 10 особей. Когда ветер стихает, всплывают к поверхности. А мы закидываем туда, где видим движение, и ждем. А вот и она. Не очень-то умная форелька. Ух ты! Поймал? Просто вылетела из воды.
Так, на глубину уходит. Поймал? Тигровая или радужная? Она меня утомила. Это радужная. Не заставляй меня брать подсак. Мне кажется, маленьких сложнее ловить. Возьмите X, возьмите 3X. Можно просто сказать, на 3,5 кило, на 2, на 1 килограмм. Зачем все эти X? Я объясню, зачем. Потому что X — это 4 килограмма 200 граммов. Или вот про сплитшот. Используйте сплитшот для поплавка и так далее и тому подобное. Но ничего не говорят про вес ни в граммах, ни в унциях. Все называют по буквам. N или M. Или B. Что думаешь? Меня вчера спросил один парень про грузило. Что думаешь, это B-шот? И я такой, ну, чувак, возьми 8 унций и не парься. Повесь и брось за борт.